Довольные спортсмены и тренеры уже спокойно обсуждают проделанную работу. Приморская сборная вернулась с первенства России по кикбоксингу в разделе «Лоу-кик». Схватки прошли в Кемерово. На всероссийском уровне дебютировал подопечный Станислава Ушакова Миргасан Алиев. Парень всего 3 года назад стал постигать азы единоборства. У него хорошая скорость, взрыв ударов есть, сильный удар. Не хватает техники. То есть еще на технике надо работать. Много есть таких, ну, детских ошибок. Несмотря на небольшой спортивный стаж, сила характера позволила Миргасану дойти до медалей. Итог – бронза первенства России. Предварительный круг прошел успешно. В полуфинале было тяжело, соперник был более опытный. Бой был тяжелый, но я считаю, что выложился на все 100%. Просто немного не повезло. А вот Анастасия Шевченко не новичок на первенстве в масштабах страны. Воспитанница спортивной школы уже выигрывала всероссийские соревнования в разделе К1. Была призером такого же уровня состязаний только в дисциплине «Фулл-контакт». Эти соревнования отличались тем, что Настя впервые выступала в дисциплине «Лоу-кик», как на первенстве России, и возраст у нее был уже другой. Потому что так, что я иллюзий не строил, понимал уровень, хотя предполагал, что она выиграет, потому что я видел ее подготовку и чувствовал, что у нее есть весь потенциал выиграть. Но самый, конечно, сложный бой – это был у нее финальный. Она встретилась с соперницей из города Томск. На пути к вершине пьедестала воспитанница Андрея Подоплелова провела 3 схватки. В отборочных уссурийская спортсменка была явным лидером. А вот в итоговом поединке Настя показала не только хорошую технику, но и силу характера. Решением судей победа у нашей землячки. Самый сложный бой это был в финале, так как девочка попалась опытная, достойная. И бой достаточно получился хороший, мне понравилось. Сейчас Анастасия Шевченко готовится к новым схваткам. Девушка представит уссурийск на состязаниях «Дети Приморья». Выступать будет в дисциплине бокс.